Вертолетная авиация – это стратегически значимая высокотехнологическая составляющая воздушного транспорта в целом. АО «Авиакомпания Евро-Азия-Эйр» – крупнейшая вертолетная авиакомпания в Казахстане. 100% пакет акций «Евро-Азия-Эйр» принадлежит АО «НК Казмунайгаз». Казахстан отличает большая территория, сложный рельеф местности, неравномерный климатический режим. Поэтому использование авиации позволяет решать глобальные задачи в экономике республики и удовлетворять растущий спрос предприятий и населения в авиаперевозках. Авиакомпания эксплуатирует вертолеты и самолеты, оснащенные современным бортовым оборудованием в соответствии с международными требованиями и продолжает реализовывать все более новые проекты модернизации своего парка воздушных судов. Ми-8 – российский многоцелевой вертолет. Является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире. Способен брать на борт до 24 пассажиров. Обладает грузоподъемностью в 3 тонны, без дозаправки преодолевает расстояние в 500 километров. Вертолет AW-139 – двухдвигательный многоцелевой вертолет, созданный итальянской компанией Augusta Westland. AW-139 – единственный вертолет в своем классе, который оснащен комплексной системой противообледенения и развивает крейсерскую скорость до 300 км в час. Вертолет считается одним из лучших в своем классе полетным характеристикам и объему пассажирской кабины и полностью соответствует международным стандартам. Относится к категории А. AW-139 установил рекорд безопасности полетов. Вертолет AS-365N3 отличается превосходными летно-техническими характеристиками, что позволяет использовать его в самых разных эксплуатационных условиях. Вертолет имеет хвостовой винт типа «Финистрон», применение которого способствует снижению уровня внутренних и внешних шумов и повышению безопасности. Вертолет выполнен в специальной офшорной конфигурации, позволяющей совершать полеты над морем, имеются баллонеты и спасательные плоты. Challenger 850 сертифицирован для перевозки VIP-пассажиров. Салон самолета по своим размерам сравним с самыми большими самолетами в модельном ряду Bombardier Aerospace. Различные варианты компоновки пассажирской кабины бизнес-джета включают в себя рабочую зону, зону отдыха, диваны и кресла трансформируются в максимально комфортные спальные места. Challenger 870 является доработанной версией Challenger 850. Он имеет более просторный салон, перепроектированное крыло и улучшенный посадочный механизм, что позволяет достичь наивысшего комфорта для пассажиров. Количество пассажиров – 70 человек. Основные функции планирования и управления бизнесом Евро-Азия-Эйр осуществляются в головном офисе в городе Астана. Филиалы и представительства компании расположены вблизи основных потребителей услуг авиакомпании и местах базирования соответствующей инфраструктуры. В городах Актау, Актобе, Атырау, Жезказган и Кызылорда. Представительства в городах Уральск, Павлодар. Евро-Азия-Эйр также оперирует авиационно-техническими базами, ангарами, медико-санитарной частью для проведения врачебно-летной экспертизы специалистов. АО «Авиакомпания Евро-Азия-Эйр» пропагандирует безопасность полетов как базовую ценность, используя для ее обеспечения самые современные передовые технологии, которые оптимально удовлетворяют требованиям по комфортности, дальности полета и обеспечению безопасности полетов.
Современные нефтегазовые компании активизируют разведку и освоение новых шельфовых месторождений, которые находятся в труднодоступных районах с суровыми климатическими условиями. Морские платформы – сложнейшие комплексы, постоянно нуждаются в пассажирско-грузовом, аварийно-спасательном и медицинском обеспечении. У вертолетных операторов, обслуживающих нефтегазодобычу, существует устойчивый спрос на широкий и в то же время специфический спектр выполняемых задач. Сегодня в морях и океанах расположены сотни платформ различных размеров, типов и конфигураций. В настоящее время АО «НК «Казмунайгаз» участвует во всех морских проектах, успешную разработку которых помогает выполнять авиакомпания «Евроазия-Эр». Деятельность компании заключается в следующем. Выполнение полетов по авиапатрулированию нефтепроводов и газопроводов. Обслуживание предприятий, осуществляющих разведку и разработку месторождений полезных ископаемых. Выполнение полетов на морские буровые установки. Выполнение аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. Выполнение чартерных полетов, VIP-перевозок на специально оборудованных воздушных судах. Мировая авиационная система меняется стремительно, играя роль проводника социальной мобильности и экономического развития на мировом, региональном и местном уровнях. Всестороннее и постоянное развитие компании «Евроазия-Эр» имеет решающее значение в достижении успехов в настоящем и будущем.